привет! Если вы амбициозный руководитель и реально оценили свои силы и возможности, самое время задуматься о рабочем коллективе. Где искать сотрудников и на чем заострить внимание? Сегодня поговорим об этом. Намного проще донести суть работы человеку, который уже знает, что такое лазертаг, и не раз в него играл с вами или в других клубах. Поэтому в первую очередь подумайте, кто из постоянных лазертаг-игроков мог бы стать на ступень выше, превратившись в инструктора. Если подходящей кандидатуры нет, то начинаем поиск на специализированных сайтах. Быстрее и эффективнее будет создать свое собственное объявление с четко установленными требованиями, чем просматривать сотни доступных резюме. Инструктор лазертаг-клуба. Личные качества. Коммуникабельность. Командный голос. Быстрая обучаемость. Навыки педагога. Общая физическая подготовка. Приветствуется увлечение оружием и военно-тактическими приемами. Желателен личный автомобиль. На этом моменте вы можете сэкономить, не покупая транспорт для клуба на первых порах. Далее следует описать свои задумки и конкретные задачи, с которыми столкнется соискатель. Имейте в виду, если ваша основная целевая аудитория – дети, то бывшие воспитатели, вожатые, социальные работники по взаимодействию с детьми будут иметь огромный плюс. Если же ваши клиенты – это взрослые люди, то смотрите в сторону опытного человека, имеющего представление об оружии, тактике и способного сделать интересную игру для самого искушенного бойца. Это могут быть офицеры в отставке, например. Должностные инструкции администратора и в лазертаге, и в кибертаге схожи, только в кибертаге это отдельный человек, а в лазертаге его обязанности может выполнить тот же самый инструктор. На первых порах так и бывает. Нужно принимать заявки, составлять расписание, встречать игроков, вносить данные в программу и, конечно, очаровывать клиентов приятной улыбкой. Следует поставить всех в равные условия, не меняя их ради, скажем, третьего или пятого соискателя. Если все отправляют данные на электронную почту, не должно быть исключений. Обязательно учитывайте рекомендации кандидата с предыдущего места работы и степень полезности его прошлого опыта в вашей сфере. Задавайте уточняющие вопросы, формулируйте их таким образом, чтобы как можно полнее узнать возможности и желания человека. Ставьте его в реальной рабочей ситуации и спрашивайте, как бы он себя повел. В большинстве случаев мысли и поведение совпадают. Самое главное, что нужно знать вам и вашим сотрудникам, лазертагом надо гореть. Это не просто игра или работа, это стиль жизни, отдых, общение. Нужно хотеть заниматься лазертагом и заряжать своим позитивом всех окружающих. До встречи в следующем видео. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому ролику.